Всем привет, с вами Нильфгорн, это средневековые инженеры. Сегодня будем постройку обозревать, ну то есть даже не обозревать, а посмотрим, конечно же, просто построечку. В долине Белых Гор, столица Рохана, город Эдорас. Если у кого не сразу, как бы, не понимает, откуда вы это, и что за столица Рохана, и что за город, это из Властелина Колец. Город из Властелина Колец. И вот его воссоздали. Прям такие вот... Даже слов, честно говоря, нету. Но. Есть но. Я могу прям вот сказать очень большие но даже. Город воссоздан исключительно схематически. То есть нет какой-то точности, нет доработанности, наверное. А может быть, я ошибаюсь. Давайте посмотрим, оценим, присмотримся. Ну, во-первых, вот уже здесь вот как-то уже это несерьезно, честно говоря. Что это за стена? Что это за стена? Видно, что очень многие, 100% очень многие стены просто копировались. Понятное дело, что вот такие вот, такой вот забор, это... Делать вручную каждый не получилось бы. Он, то есть, копировался. Ладно, дальше посмотрим. Ворота Рохана. Точнее, Эдораса. Рохан — это всего лишь страна. И очень много домиков. Да нет, я смотрю, домики-то сделаны очень даже неплохо. Но тоже могу предположить, что они вполне могли быть скопированы. Хотя нет, с другой стороны нет. Тропинки проложены. Та-дам! Недоработка. Нет, ребят, мы не ищем недоработки, мы смотрим просто на общую концепцию постройки. Ну, лично я. Прикапываться к недоработкам или каким-то еще предметам всегда можно, но не стоит. Это труд, это большой труд, то, что было проделано человеком. 100% он делал по рисунку, не по памяти же. То есть по каким-нибудь рисункам, может быть, какие-нибудь скрины просто из фильма взяты. Видно, что и вот бочки, и таверна поставлены. То есть очень все симпатично так смотрится. Вот честно, здесь не хватает людей, что в принципе можно сейчас исправить. То есть у нас есть, появились боты и... Как бы инженеры и боты варвары. Ну вот видите, инженеры, они только на задачах как-то действуют, то есть они по заданиям. Ладно, пока не будем ими заниматься, тогда я думаю, они просто бегать будут. Можно варваров, в принципе. Ну и то их не очень большое количество, так что поэтому варваров тоже, в принципе, много не нужно делать. Похоже, храм какой-то с колодцем. И смотрите, ого-го. Тут не все так просто, тут прям колодец сделан с каким-то ведром. Давайте спустимся в колодец, посмотрим, может быть, вдруг там туннель. Ну нет, ничего здесь нету. Ну вот, к сожалению, нету воды в этой игре пока что. Это немножечко печально. Ну, прям такое большое ведро. С пол человека, но все равно. Небольшая церквушка, при том, как-то, знаете, даже не на церквушку больше похоже. Ну, не было вроде бы у церквушек-то бойниц наверху. Больше на какой-то перевалочный пункт или смотровую башню. Может быть, это и подразумевалось. Нет, давайте не будем. Да, скорее всего, это подразумевалось, что это была какая-нибудь... Здесь смотровая башня, с которой смотрели и видели врагов, движущихся или приближающихся к Эдорасу. Тоже симпатичненько все сделано, то есть везде продумано, в каждом здании. Самое главное, мне всегда нравилось, что, ну, когда люди строят не просто коробку, стены, окна, а именно строят полноценное здание, то есть с каким-то обустройством внутри, то есть с кроватями, вот
Как видите, что там, что там? Костры вон горят. То есть все так симпатичненько выглядит, все отлично. Жалко, с самого верха не прогружается вся детализация. То есть, видите, вот, ну, по крайней мере, у меня так стоят настройки. То есть, сглажен. Чем дальше смотришь, тем сглаженнее все как-то получается. Смотрите, даже здесь вот такие вот здания есть, непростые, двухэтажные. С подсветкой наверху. Здесь вот вроде типа колокольни сделано такой. Тоже прикольно сделано очень. Есть идеи, то есть много интересных моментов реализовано. Да нет, я бы не сказал, наверное, что он копировал здание. Некоторые возможно. Некоторые возможно, но вот есть очень много с разными отличиями, с огородами своими. Ну, жалко, вот так не хватает каких-то неписей, каких-то НПЦ, которые бы ходили здесь, двигались, что-то создавали. Вот этот домик явно скопирован. Да, вот этот домик явно скопирован. Так, то есть, представляете, бы стража бы здесь ходила бы вдоль стен. За стенами бы какие-нибудь жители бы, тоже торговцы ходили. Тут прям шум, гам такой, вот, знаете, вот средневекового города такой, где там люди идут, там шлепанье, там ругается кто-то, смеется, еще там кто-нибудь пытается что-нибудь продать, кто-нибудь, возможно, дерется в переулках. Ну, то есть, вот такой шум, он так не хватает его здесь. Можно было бы как-то прям, не знаю, хотя бы просто включать этот шум. Надо будет к следующей какой-нибудь серии, если я буду какой-нибудь замок опять показывать или что-нибудь в этом роде, то надо будет какую-нибудь запись вот этого гомута городского найти и включать в нужный момент. Что-нибудь такое, чтобы оживлять хотя бы немножечко город. Ладно, давайте чуть выше посмотрим здание. Я даже не буду в здания заходить, они, ну, лично эти мне здания не очень интересны. И мне кажется, тоже вам не очень будет интересно, потому что они простые коробки и, в принципе, в них ничего и нету. Вот, как видите, комнату-то мог оградить как-нибудь немножко по-другому, ну ладно. Ну-ка. Ха! Прикольно. Такое чувство, как будто сгорело, либо недостроено, либо еще что-то. Может быть, скорее всего, это и подразумевалось. То есть и здесь тоже как будто бы что-то недостроено. Забавно. Интересно, это специально он не сделал, или специально он сделал, или что-то у него не получилось, и он просто забил. Ну что ж, продолжим. Меня, как всегда, отвлекают ненужные моменты. Так, я честно, я немножечко не помню, как оно было на самом деле в «Властелине колец». Ну, наверное, оно так и было. Это интересно, это главное вот это вот здание, где все происходило. Может быть, а может быть и нет. Я не помню. Но выглядит это все так эпичненько. Но это конюшни. Я помню, да раз же вроде давал конных рыцарей. Вроде бы. Конница у них очень сильная была. Ну, вот здесь вот немножко домиков-то не хватает. Гора-то большая, а домиков как-то не хватает. Ну, как-то вот, вот здесь наверху пустынно. Я бы... Может быть, это неправильно, и такого не было, но я бы здесь от себя бы добавил и забор, и... Как-то такое чувство, как будто недостроено. Чего-то не хватает вот наверху. На мой взгляд, по крайней мере. Потому что слишком большая гора такая получается, и... И здесь как-то не хватает. Так, ладно, давайте посмотрим. Вот какое-то сооружение интересное. Что это? Это даже не лестница наверх, это просто... Тоже типа смотровой, как бы, что ли? Так, башня смотровая. А, вот, наверное, главное здание было. Там все-таки, наверное, конюшни были до этого. Тоже здесь вот... Так, давайте исправим немножечко... Вернем день. Так, это у нас тоже конюшни. Королевские, наверное, кони здесь. Королевские стояли.
Ну что еще может быть с множеством таких проходов? Ну-ка, ну-ка, приземляемся. Сейчас заценим вживую, так сказать, то, что внутри. Ну да, скорее всего, это главное уже помещение с троном королевским. Вот это прикольно, то, что человек выложил трон, так сказать, из дерева, но все равно. То есть он необычный, он хотя бы смотрится. Так, ну в принципе, работа очень большая произведена. То есть человек 100% работал по скриншотам. И, блин, это, конечно, нужно терпение, честно. Я бы не смог. Я бы не смог, и вот респект и уважуха. Единственное, что, ну, мне так кажется, что я бы, если бы даже я брался, ну, на его бы месте я бы больше деталей доработал. То есть вот гора какая-то, ну, она как будто пустая получается. То есть только с одного... Такое чувство, как будто он работал только на один ракурс, на какой-то определенный. И вот только с него он решил, ну, как бы, как будто вот скрин один у него был, и он решил его исключительно повторить. Что-нибудь примерно мы сейчас попробуем найти этот ракурс какой-нибудь... Нет, это не то. То есть там гора уже пустотелая получается. Ну, то, что она пустотелая, это 100%, а то, что она... Ну, вот как-нибудь примерно вот так вот, к примеру. Или снизу он пытался это... Ой-ой-ой, я немножко лишканул перелет у меня. Или вот так вот как-нибудь... Ладно, закончим всем интересным. Наверное, многие ждали этого и не дождутся. Ждут и не дождутся. Так, что-нибудь в этом роде вот такого. Давайте. И такого средний и большой. Так, тройка, четверка. Так, понятно, в общем. Давайте, знаете что? А мы вот... Эх. Прям. Ух. А если, допустим, более мощный взять? Один промахнулся явно, второй попал. Еще попал, еще. Попробуем бить навесом прям побольше сейчас как раз таки. Прям бомбардировка такая, смотрите. Офигеть, накроет сейчас. Бабах. Ой. Ух, прям вот эти домики ближайшие прям... Ай-яй-яй. И последний. Баб. И добило просто туда. Туда же. Бах. Не, конечно, очень разрушение здесь просто феноменально, конечно, сделано. Просто очень отлично. Каждый раз, разрушая что-нибудь, я прям вот удивляюсь, конечно, как оно все сделано. Это прям... Бабах. Бух. Жесть. Жалко, что не, камень, как бы он сейчас летает. То есть, в принципе же, мне кажется, он должен пробивать некоторые моменты. Ух. Да, конечно. Кто-то строит, а кто-то разрушает. Я не спорю. Так. Башня на чем-то держится, на последнем слове, похоже, держится, но держится. Все. Флаги упали. Ну-ка, и что? Висит в небе. За невидимые веревочки висит. Ну что ж, если вам понравилось, то ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выходят новые серии. Подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеть новые постройки по этой игре и просто другие игры. Довольно-таки интересные, мне кажется, вам понравятся. Если вам нравятся средневековые инженеры,
и жанр песочниц особенно. Так что присоединяйтесь. С вами был Нильфгорн. Ссылки на ссылку на эту посту, на этот город вы найдете под видео. Всем всего хорошего. Пока.